В зале ученого совета Госуниверситета сегодня элита студенчества. На фестивале достижений подвели итоги работы за прошлый год. 2015 был особо урожайным на награды. Так коллекцию дизайнеров университета «Русские сказы» представили на неделе моды в Риме. У талантливой, современной, активной молодежи много, несмотря на трудности, много дорог для развития. Все двери открыты. И тот, кто старается, учится, творит, развивается, у них очень хорошее, большое будущее. Победами на конкурсах самых разных уровней, от республиканских до всероссийских, порадовали как студенты, так и преподаватели вуза. Научной работой занимаются все кафедры. Разработками студентов и преподавателей ХГУ уже могут пользоваться производства региона. Не остался в стороне ХГУ и после апрельской трагедии. Его студотряды работали в районах, пострадавших от пожаров этой весной. А университетские волонтеры стали незаменимыми помощниками корпуса Победы. К нам очень часто приходят ребята из Хакасского государственного университета. Они помогают нам проводить мероприятия, сами в них участвуют, и причем очень активно. И это очень приятно, потому что люди заинтересованы, особенно молодежь, в истории Великой Отечественной войны, в помощи ветеранам. И мне кажется, это очень хорошо для самого университета, для нашей организации. Студенты ХГУ с успехом выступали на различных творческих конкурсах. Им покорились и студенческая весна, и универвидение. Представленные сегодня проекты – лишь малая толика той работы, что ежедневно происходит в стенах вуза. И сотрудники, и студенты надеются, этот год для Хакасского госуниверситета будет не менее продуктивным. Наталья Чудина, Сергей Казьмин, Вести Хакасия.